Центре культуры и искусства «Спутник» открылась выставка фотографий под названием «Люби и знай свой край», посвященная 85-летию Приморья. Подробности в нашем сюжете. День Приморского края 20 октября празднуют во всех его уголках. Фокино к этому событию тоже активно готовился. Каждое учреждение муниципалитета подготовило поздравление любимому краю. В преддверии праздничной даты в культурном сердце города открылась фотовыставка работ наших творческих коллективов. Мы сделали выставку именно о тех уголках нашего большого края, где можно и отдохнуть душой, и поработать, и, наверное, творчески поработать, потому что мы все-таки люди творческие. В этой выставке приняли участие дети наших творческих коллективов и главный специалист нашего спутника – это Паюда Александра Олеговна, методист нашего спутника, которая вот вдохновила тоже всех наших деток. А вдохновиться природой Приморского края совсем не сложно. Более того, трудно этого не сделать. Невероятных оттенков моря, острова, притягивающие своей обособленностью, причудливые формы многочисленных мегалитов – все это завораживает и не оставляет равнодушным. Одним из первых полюбоваться красотами нашего края, запечатленными на снимках, отправился глава городского округа Александр Баранов. Мы поздравляем Приморский край и вот творческий человек, методист Сергей Спутник, вот такой замечательный сделал подарок и для жителей города, и для всего Приморского края. Увидела красоту Приморского края, окрестностей города Фокино. Вот наше море такое замечательное, исторические места, природа. Ну и, так скажем, видно, душа Приморского края широкая, открытая, поэтому с удовольствием поздравляем всех. Приморский край с каждым годом становится все привлекательней с туристической точки зрения. Цель данной выставки не только созерцательная. Она призвана привлечь внимание к бережному отношению к окружающей среде, сохранению природного и исторического наследия Дальнего Востока, а также популяризации края через искусство фотографии. Надеемся, что такие талантливые люди сюда будут приезжать, их будет много, и чем больше талантливых людей, тем краше будет наш Приморский край, и больше будет радости у тех, кто проживает в этом замечательном крае. Всех с 85-летием Приморского края и просто с праздником, хорошим осенним праздником. Прекрасная погода, прекрасный праздник. Всех с праздником. Еще много добрых слов прозвучит в этот день в адрес именинника. Пусть все они сбудутся, а невзгоды, напротив, обходят его стороной.